В Челябинске будут судить мужчину, который, по данным правоохранителей, издевался над своей супругой. Он бил ее, судя по материалам дела, и даже обрил налысо. Вот так выглядела жена до того, как из-за супруга потеряла волосы. А на этом снимке женщина уже лысая. На фото также отчетливо видны синяки под глазом, на шее и руках. По данным следствия, муж наносил побои супруге с октября прошлого года по март. Бьет жену? Да, бьет. Бьет, да. Только сам мужчина свою вину отрицал и сообщил корреспонденту агентства чрезвычайных новостей, что выгнал супругу, заподозрив в измене, а сам был вынужден ухаживать за двухмесячной дочкой. В оконцовке все узнал, что действительно она мне изменила, все. Я вот сейчас ездил, короче, в ЗАГС, подал на развод, все. Опекунство, короче, будет полностью на моего ребенка. Никто ее не избивал, она сама во всем виновата. И вот обвинительное заключение утвердили прокуроры Советского района. Предъявлено в ходе следствия обвинений по статье 117 части 2 пункта УВГ Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть истязание, причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, совершенных в отношении женщины, заведомо для виновных, находясь в состоянии беременности. А также была вменена ему статья 111 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека». Сейчас мужчина под стражей, уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до 7 лет по одной статье, которую ему вменяют, и до 8 лет по другой.